Всем привет, с вами Волкан. Посмотрите, какие крутые добавили карточки. Тут Месси 92, Обумьянг 89, Томас Миллер 88. Месси на ПВшечке, Обумьянг на центральном нападающем. Ладно, не будем тянуть резину, давайте откроем пару паков. У меня тут, короче, есть. Ну что, поехали, начнем. Спешл карточки Ла Лига. Погнали. Так, Испания, левый защитник Капдевилья. Угу, понял. Здесь мы только дальше сказать можно, можно сказать, не попытали мы здесь удачу. А здесь у нас будет кумир. Давайте скинем. Все-таки рейтинг большой не будет. Это будет не лучшая карточка. Это Руи Кошта. Спешл карточка следующая. Открываем. Ух ты, Лига Европы! Ого! Эдегор! Да ладно, подождите, это же новая карточка. Секундочку, 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 секундочку. Подождите. Подождите. Да, это новая карточка. Это самая высокая карточка Лиги Европы на данный момент. Просто офигенно. Цапник. Супер. Вот это классно. Если еще ЛЧ улиц, конечно, вообще будет кайф. Так, давайте смотрим, что здесь. Давайте скипнем. Казимир, Манчестер Юнайтед, Цовник. Ок. Давайте теперь откроем пик, иконы. Шликов, Барнс, Руй, Кош. Давайте, мне нужно как дубликат, там, может, для СБЧшки. Дальше поехали, берем пики. Минди, Мюллер. Ну, давайте возьмем, не знаю. Альова, Иран. Дальше пик, берем пики. Ну, блин, Лига Европы, Эдегор. Это, конечно, да, это на сегодняшний день, это, конечно, классно очень улов. Именно что на сегодняшний. Так, Фофана берем. Супер пик, ух ты, супер пик. Криштиану Роналду! Криштиану Роналду сюда. Не будем же брать бучменов, возьмем Криштиану Роналду. Вау, просто что происходит. Давайте дубликат Криша. Давайте возьмем спешл карточку Павла Мафу. Трипл спешл пак. Поехали. Что происходит? Что творится? Нет, тут не повезло нам. Но пофиг, зато Криштиану Роналду. Поль Погба упадает на поле. Поль. Так, ладно, давайте дальше. Продолжаем. 100% рандомный пак. Поехали у нас. Тут, по-моему, будет кумир. По-моему, будет кумир. Ну, это, по-моему, этот. Да, Асия. Так, продолжаем. Так, тут у нас Мусрати. И ну, здесь ничего такого нет. Это чисто рандомные паки. Как бы здесь может быть все что угодно. Поэтому да. Очередной кумир. Это у нас Рауль 92. Просто что у нас сегодня происходит? Какие карты мы сегодня ловим? В конце посмотрим на них. Так, спешл пак 85 плюс. Давайте, Лига Чемпионов, Лионель Месси. Ну, давай, Лига Чемпионов, Лионель Месси, давай, давай, давай. Это очередной кумир, да? Балок опять пускай будет. Это Мюллер. Выпадает нам. Джейми Варди. Ух ты, получаем еще паки. Просто охренеть. Что с ним вообще происходит? Так. Повторка. Продолжаем открывать наборы. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Это у нас Митрович. Ага, Митрович. Дальше. Ух ты. Ух ты. Ну. Нунес с Ливерпуля. Блин, какие сегодня уловы у нас. С вами красочные, необычные. Давайте еще. Жезус, повторка. Офигенно. Отлично. Так. Кумир. Открываем кумира. Ну. Давайте скипнем. Сиен. Очередной Сиен. Просто офигенно. Голд суперпак. Давайте откроем. Что у нас в голд суперпаке? Это у нас Каре. Ну да, это не Лео. Спешл пак. Банку. Банку повторка. Окей. Ну давайте теперь так откроем набор за монеты. Что у нас тут может выпасть? Давайте возьмем трипл спешл пак. Погнали. Нет, никакого волкана даже тут близко нет. Ладно. Следующий наборчик. Погнали. Ну-ну-ну-ну-ну. Слушайте, одни кумиры сегодня падают. Ну это ж вообще. Это вообще какая-то жесть. Ну. Италия, пускай это будет Инзаги. Барреси выпадает. Спешл пак. О, да. Да-да. Что у нас тут еще можно открыть? Давайте, ну, не знаю. Где велика? Реально, что можем выбить? Хорошую карточку. Ну, давайте, я не знаю. Давайте еще раз кумир. Посмотрим, что здесь может нам такого. Квик, у нас ничего здесь такого нет. Ну, возьмем Санчеса. Ладно, давайте следующий спешл пик.
Давайте возьмем дубликат, мало ли что. Давайте возьмем дубликат. Стандартный Gold Super Pack. Ну давайте Gold Super Pack откроем. Да, с таких чемпионов нам никто не выпадает, конечно, это обидновато. Думаю, здесь ничего. Пока еще такого плохого нет. То, что нам только не выпал с таких чемпионов, думаю, еще выпадет. Давайте, 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 давайте. Ну, я, то, что мы выиграли с вами карточку Лиги Европы, это, конечно, просто, блин, это просто что-то с чем-то. Это... И Криштиану Роналду, это, конечно, что-то творится, что происходит. А вот Лионель Месси и Бумиянг нам не выпали. Что, кстати, обидно. Давайте тут откроем. Пик. Да, нам выпадает Бумиянг, но... он уже у нас есть. Давайте следующий пик. Что у нас здесь? Здесь у нас тоже ничего. Такое. Ну, давайте возьмем повторку. Повторку, ну что ж. Давайте последний этот пик все-таки откроем. Ну и здесь давайте можем возьмем повторку. Что, ребят, получился вот такой вот выпуск. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Обязательно еще с вами увидимся. Всем пока, с вами был Лукаут. Да, я же совсем забыл показать вам карточку. Карточки, которые у нас сегодня выпали. Только посмотрите. Посмотрите на эту карточку. Криштиану Роналду 90. Это просто вау. Вау. Просто класс, класс, супер. Криштиану Роналду в паке. В пике. Вау, просто супер. Просто супер. Кайф. И хочу еще одну карточку посмотреть. О, это Эдегор. Просто. Кайф, классно. Хороший набор, мне понравилось.